Всем доброго времени суток. Сегодня у меня уже третий выход на рябчика. До сих пор не могу успокоиться. Хочется прям вот хотя бы одного добыть. Вот подсказали место. Ну, правда, тут так сыровато ходить. Без этого как бы никак. Сейчас почти конец сентября. Самое такое время, когда дожди идут, дождь моросит. Вот. Но зато настроение офигенное. Походить хочется по лесу. Очень красиво в лесу, когда уже все желто, красное, зеленое становится. Прям аж глаз радует. Ходят тут народ, не знаю, что они ходят. То ли ягоды собирают, то ли грибы, то ли шишки. Ну, кстати, здесь кедрача много и шишек много. Иду, они прям вот по земле много их. Местами прям кучками видно, что даже белочка поела там, чищенные они. Ну вот. Шишки здесь кругом валяются. Такие вот. Видно, уже белка поела. Ну, орехи уже такие прям крупные. Хорошие. О. Да, вон, крупные орешки. Соберу еще немножко шишек. Хотя я не такой уж и собиратель, не любитель собирать шишек. Ну, один раз можно будет сходить за шишками. Ну ладно, погнали. Пошел я, поброжу по лесу. Ну и в конце видео я покажу, как разрядить полностью ружье бесшумно и безопасно. Вот на деревьях вот такие вот метки оставляют, чтобы не заблудиться. Здесь метка, вон там метка. И по всей длине, через каждый там 100 метров, 50, оставляют метку. Ну и в принципе правильно делают. Я нашел рябчика, где-то здесь он пищит, только что отвлекался. Промазал, короче, не взял ее. Вот в этот момент, вот видели, да, когда на ветке сидел, он перелетел, получается. Ну, я немножко поторопился, он как бы за дерево там на другую ветку пересел и улетел. Ладно, буду еще пищать сидеть, знаю, что он тут есть. Я не остановлюсь, пока не заберу его сегодня. Вот только выстрел сделал, еще после выстрела еще один подлетел, где-то здесь пищит. Расскажу одну фишку, одну черту у рябчика есть. Они очень любопытные. Вот, если ты идешь по лесу, тишина, начинаешь свистеть, и он как бы отвлекается. И из любопытства он прилетает и смотрит, кто же здесь еще, какой же здесь типа рябчик есть ему подобный. Типа конкуренция, нифига себе, типа, бля, кто здесь тоже свистит. То есть у них есть своя территория. Они, как я и говорил в прошлых видео, по своим точкам летают. Вот. И своим свистом они как бы выталкивают других рябчиков, чтобы типа я здесь чирикаю, ты тут прилетел, нафиг ты типа тут нужен. Вот. И, ну, как бы вот такая тонкость у рябчиков есть.
Ну и как всегда, по традиции, надо попить чайку, чуть-чуть согреться. Уже холодать стало. Уже вечереет. Рябчики есть. Одного, правда, промазал. Блин, как так? Бывают такие огорчения. Но они есть, свистят, отвлекаются, но слишком близко не подлетают. Где-то там в стороне. Сложно их заметить, конечно. Я вот его заметил по звуку, когда он по маху крыльев прям над головой прям слышал, куда сел. Вот, и промазал. А так надо долго сидеть, чтобы они к тебе куда-то на ветку сели. Что-то не видел, чтобы они по земле бегали, но они бывают и по земле бегают. В основном они бегают не по мху, ему сложно бегать по мху, а где вот такие тропинки, дорожки, где потверже земля, там они бегают. А так они вон на деревьях сидят, на березках. Обычно на березы садятся. Ну вот, чайку попил, подкрепился чуть-чуть. Сейчас еще, может, часик поброжу. Пока что не отвлекаются, я пытался. Что-то они куда-то улетели. Видать, штук 5 где-то их было. Чуть-чуть налетели. Видать, с друг с другом они там попереговаривались. Я с ними немножко попереговаривался. И все, куда-то они и улетели. Не знаю, будет еще, не будет. Уже вечереет. Сейчас еще часик и домой отправлюсь. Есть. Есть подранок, правда. Жалко, конечно. Извини, конечно. Ну, придется тебя взять. Подраночек, жалко, подранок, что. Ну вот, друзья, наконец-то я взял. Я своей цели добился. Прошлый раз, прошлый вот, я сделал один выстрел, не попал, он слишком далеко сидел и дал ему улететь, вдогонку не стал стрелять. Значит, вот этот рябчик, он сидел, практически не отвлекался. Я его спалил, он когда с ветки на ветку перелетал, начал двигаться, я его сразу увидел и где-то взял с метров, наверное, 15. Все, теперь можно ехать домой. Сейчас по пути, может быть, еще попищу, поманю, может быть, еще одного возьму, потом шишек соберу и можно отправляться домой. Ну все, друзья, короче, кому был полезен, кому была интересная информация, всем пока, всем счастливо, подписывайтесь на канал и до следующих рыбалок и охот. Так, ну вот, набрали шишек кучу целую, 2,5 мешка. Вот, хорошо, долго ходили. Ну и как обещал, в конце хотел показать, как разрядить безопасное ружье бесшумно. Получается, нажимаем патроноподатель, там есть кнопочка сбоку, ее нажимаем, которая держит патрон, вытаскиваем патрон, и так каждый патрон вытаскиваем, там вот сбоку вот этот патронодержатель. И получается, просто последний патрон разряжаем. Все.